на территории Омской области объявляю открытой! В этом году у нас проходит акция «Сибирский десант» под эгидой «Сибирского десанта», который мы реализуем за счет средств гранта Министерства региональной политики и массовых коммуникаций. И в этом году участие в акции примут 300 человек по территории всей Омской области в 9 муниципальных районах в количестве 7 отрядов на территории области и 7 отрядов в городе. Я очень настроена на работу, это наша первая поездка, и я в предвкушении того, что будет. Самый главный опыт – это добровольчество, я считаю, потому что в то время, в которое мы живем, своим единством мы сильны, как раз-таки мы должны объединяться, делать добрые дела для тех, кто в этом действительно нуждается. Для нас, да, действительно новое что-то, открытие какое-то. И набраться опыта, узнать, в принципе, что это. Нам сказали, вот, будете делать то-то, то-то. Там такой, о, это интересно, надо попробовать. Потому что отряд – это всегда что-то новое, что-то для тебя неизведанное. Хочется познакомиться с новыми людьми, узнать, что такое снежный десант. И чтобы потом этот опыт привести к себе и проводить такую акцию у себя в Донецке.